Жемчужине архитектуры Германии, замку Эльц, более 800 лет. За все это время он ни разу не был разрушен и прекрасно сохранил как первозданный внешний вид, так и средневековую начинку. Родовое гнездо династии Эльц, представители которой уже в 33-м поколении владеют замком. Строился Эльц как оборонительное укрепление для охраны торгового пути, соединяющего два региона, Айфель и Мозель. Впервые он упоминается в 1157 году в дарственной грамоте императора Фридриха I Барбароссы. В 13 веке укреплением владели ли три брата Эльц – Вильгельм, Тедерих и Ляс. Каждый со своей семьей проживал в отведенной им участи, совместно было легче защищать свое жилище. Братья стали родоначальниками трех линий династии Эльц, а сооружение с тех пор являлось замком совладельцев, ветви знатного рода отличались по цвету льва на гербе и названию. Соответственно, три ветви знатного рода расширяли свое жилище по своему усмотрению, потому в целом замок приобрел причудливый вид. В 1736 году род Родендорфов пресекся, и их владения отошли Кемпенихам. А в 1815 году Хува Филипп Кемпених стал единоличным хозяином имения, выкупив часть, принадлежащую Рюбинахам. Последний владелец замка граф Карл фон Эльц Кемпених в нем не проживает. Замок как частный музей, частично открыт для посещения.